Государственный университет имени Янки Купалы в этом году готов принять 2334 абитуриента. Сегодня стартует приемная кампания, и это одно из самых важных мероприятий в жизни любого учебного заведения, в жизни университета в том числе. Безусловно, эта приемная кампания не обошлась без новинок. Мы внимательно следим за потребностями и наших заказчиков кадров, и абитуриентов, и поэтому в этом году мы открываем набор на две новые востребованные специальности на рынке труда. Впервые в этом году объявлен набор на специальность тыловое обеспечение для девушек. В этом году мы примем 4 девушек на эту специальность. Это самая мирная из всех военных профессий. Ну и девушки – это тыл, это семья, поэтому мы так думаем и мы уверены в том, что они будут достойными курсантами военного факультета. Первым абитуриентом является Надежда Эдуардовна Хаметова. Город Пружан, Брестская область.